що це учасники з різних міст України і навіть Росії. Це Київ, Житомир, Запоріжжя, Харків, Чернігів, Донець, Хмельницький. Це наших славних лучників. А для офіційного відкриття свята серед їх слов. Ще ми вчора всі пам'ятаємо, що був дощ. Была очень плохая погода, и, наверное, у многих было настроение не самое радостное по поводу сегодняшнего дня. Наших дедушек, потому что, наверное, все вы, не мне вам рассказывать, знаете, что стрельба из лука – это не только сила физическая, но это еще и сила духовная. Поэтому я вам желаю успехов. До перемоги у нашему небывалому гучному турнире. І от скажіть ще таке, діду, як позбутися нервування перед кожною? А и ты пройди, сынок. О! Но! Папа, а ты что, решил стоять, не шевелиться? Папа! И тащи, тащи в машину ее. А он один тут? Так. Тихай, тихай. А, ну да, вообще не пойдет, да? Сейчас я тебе как дам! Никуда от лета не уйдет, сказал! Сказал и Тотя! А это вот, холопа есть! А, испугался! Митрофальник, так ему! А ну, хлопни этого холопа! Своих постоять! Моих оружей всех оттуда! Этих оттуда! Давай. Похлопаем нашему Митрофану! Молодец он какой! Опа! Вот так вот! Привет, что это у тебя? Убил? Нет! Посмотрим, посмотрим, чем все это дело закончится! Так, снимаем, плохо снимаем, снимаем, еще раз снимаем!
Пацани, хто штани знімає? Ти що, все знімає? Я команда! Так, внимание, приготовились! Рассыпалась росами на литом лугу, соли куда-то весело, не глядела весело. Подметала косами радуги дугу. Зернами вспаханные грозами, карие глаза. Бело, да не встретишь.